Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник» очень многодетной мамы и канал «Мать-героиня». Напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка-малинка 2 обзоры». Ссылочку на него я закреплю в комментариях, ну а вы не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, мы с вами сейчас будем обсуждать Лёлькин сегодняшний стрим. Вы знаете, когда я посмотрела этот стрим, честно, там есть, конечно, о чем рассказать, есть интересные моменты. Ну, Лёльке впору писать сказки про белого бычка, это действительно у нее получается замечательно. Единственный момент только, надо, конечно же, все-таки завести ей уже давным-давно пора блокнотик, в который ей стоит записывать то, о чем она говорит. Потому что если накануне она выкладывала, значит, свою статью на Дзене, выкладывала короткие ролики, рассказывая о том, что она, бедная, несчастная, встала в 5 утра, да, все делала сама, то тут уже стрим начинается с того, что детки у нее все замечательные, под копирку просто все самые лучшие, особенно старшие, они ей помогают, они приехали к ней домой. Люль, а как же твоя статья на Яндекс.Дзене, где ты рассказывала о том, что ты проснулась в 5 утра, и несмотря на то, что все твои старшие детки благополучно находились дома, ты сама пошла, так скажем, приводить в порядок все свое хозяйство, всех своих коров. Далее, друзья мои, Лёлька практически призналась в том, что, оказывается, Шаран ушатал не только Женя Б., так скажем, управляя по пьяни транспортным средством, но и сама Лёлька на трезвую голову тоже, друзья мои, ушатывала благополучно Шаран. Да, да, и теперь у нее как раз-таки вот этот вот аварийный тот самый стаж, и теперь на Шаран срочно надо ОСАГО, значит, на Лёльку, если включить туда еще Федю и Женю, которые тоже уже вовсю получили права и даже гоняют на машине, особенно Федя, как сказала Лёлька, Федя делает это виртуозно, гоняя на Шаране, ну, а Женя, мол, девочка, Женя пока еще боится. Так вот, Лёлька уже практически озвучила сумму, надо, мол, на ОСАГО 37 тысяч рублей, да. Да, ОСАГО, для тех, кто не знает, это обязательное страхование, без которого ни туда, ни сюда, если нет ОСАГО, то ты не имеешь права садиться за транспортное средство абсолютно. Но вот что самое интересное во всей этой истории, то есть Лёлька признается в том, что как раз-таки она сама являлась участником аварии, да, это раз, и еще такой интересный момент, когда она рассказывала о том, значит, что как раз-таки Федю надо бы тоже туда вписать, Женю надо бы туда вписать, ОСАГО, по ее словам, нет уже на протяжении месяца, но при всем при этом каким-то образом Женя ездила на Шаране. Федя виртуозно гонял в Тамбов без страховки. Ребят, это вообще, конечно, просто очень и очень, я бы сказала, интересный момент. Также Лёлька нам рассказывает о том, что до ее дня рождения осталось буквально 11 дней. Представляете, она просто верит. Она верит в свою вот эту вот паству, в своих хомяков, которые ей до ее дня рождения уже благополучно закроют ее автокредит. Ребят, я вот так думаю, что, скорее всего, Лёлька планирует взять уже какую-нибудь новую машинку, ну а почему бы и нет? Она ведь не раз нам рассказывала, еще и год тому назад, да, и полгода тому назад, что она уже присматривает, в принципе, какую-то другую машинку, а хотелось бы получше, а хотелось бы побольше, помните, там называла цифры и за 6, и за 7 миллионов, а учитывая, что за последнее время машины, цены на машины и на все остальное подскочили, как говорится, очень сильно, то сейчас эти машинки стоят значительно дороже. Далее Женю Б. заподозрили в том, что он не только сидит на обзорных каналах. Кстати, Лёлька, он и раньше сидел на обзорных каналах и писал нам, обзорщикам, это точно, мне точно писал. А потом, правда, все свои вот эти вот, значит, записки сумасшедшего благополучно удалял. Зачем-то приходить, писать, потом все это удалять, я, если честно, не совсем понимаю. Ну да ладно, как говорится. Так вот, ребят, что самое интересное, Лёлька не только заподозрила Женьку Б. в том, что он сидит на обзорных каналах, но она, кстати, вот такую мыслишку подкинула, она говорит, а может быть он и сам является обзорщиком и моим хейтером.
А что, кстати, вот такое вполне себе может быть, да? Поскольку, ну, понятное дело, где-то мы сидим за картинками, да, как говорится, но говорим своим настоящим голосом. Узнать голос Жени Б не составит никакого труда. Конечно, можно взять определенную программу, но дело даже не в этом. Дело в том, что есть огромное количество каналов, где как раз-таки существуют исключительно только Лёлькины нарезки, никакого голоса. И, кстати, я вполне себе могла бы тоже предположить такой момент, что Женька бы взял и создал, открыл какой-то канал, и там как раз-таки себе благополучно шпарит. И, кстати, Лёлька, тебе стоит на самом деле бояться таких моментов, потому что все мы обзорщики, в принципе, да, так же, как и наши зрители, мы все предполагаем какие-то моменты, да, так скажем, наши предположения высказываем и так далее. Но знать наверняка, что у них там проходило, так скажем, происходило за закрытой дверью, в Туровке, в доме у Поберухи, мы, в принципе, этого, конечно же, не знаем наверняка. Но, да, вот знают об этом, конечно же, Лёлька, знают дети, которые непосредственно в этой во всей атмосфере крутились, вращались, вертелись. И, конечно же, знает об этом Женя Б, который на протяжении длительного времени являлся мужем, законным супругом Лёльки, венчанным браке и так далее. Ну, может быть, еще кто-то, конечно, находился у них там под кроватью с биноклем, кто бдил все это семейство. И в курсе, знаете, вот иногда, ну, категорично приходят, пишут какие-то там моменты, я не знаю, то ли люди на самом деле настолько прям близкие, вот близко-близко знают это семейство, то ли, конечно же, их вот мнение, это истина в последней инстанции. Ну, я спокойно к этому отношусь. Ладно. В общем, ребят, Что касается Шарана, бедная, несчастная Лёлька, она просто в шоке. Представляете, Лёлька рассказывает нам историю. Кстати, Лёлька рассказывает о том, что когда-то ее мама дала им деньги, ну, для тех, кто не помнит, я напомню, у них был Спортейдж, машина, да, которую они купили, там потом еще как-то у них появилась Волга, но дело не в этом. Потом вот эту вот Киа они продали и, значит, приобрели себе машину Шаран. И вот Лёлька сейчас сидит, возмущается, рассказывает по поводу того, что вот, мол, значит, это были деньги моей мамы, соответственно, это были мои деньги, это была моя машина, просто, говорит, мы записали эту машину, то есть Шаран изначально был, получается, записан как и Спортедж на Женю Б, поскольку он являлся единственным водителем на тот момент в семействе. Ну, а теперь чего? Теперь Лёлька прицепилась к нему, значит, своими вот этими рогами, своими руками цепкими и говорит: давай-ка, Женя Б, переоформляй Шаран на меня, как бы это моя машина. На что Женя Б ей сказал: не-не-не, я типа этого делать не хочу, а подари-ка мне машину. Ребят, не знаю, я, если честно, не знаю, да, кто из них там что правду говорит или не говорит. Лёльке мы вообще абсолютно не верим. Лёлька рассказывает про то, что существует некий брачный договор. Она говорит: вы должны мне верить на слово, что действительно, согласно этому договору, машина Шаран моя просто оформлена была на Женю Б. Слушайте, ну, верить Лёльке, да, особенно учитывая после даже вот такого громкого вранья, когда, допустим, машина Hyundai уже стояла во дворе, а Лёлька благополучно сидела, изображала из себя непонятную девицу, рассказывая о том, что, не знаю, брать ли мне новую машинку в кредит или не брать, когда машина уже благополучно стояла как раз-таки возле ее дома, да. Плюс вот эти моменты вранья, когда все знали, что Женя Б уже был изгнан Лёлькой из тура, но Лёлька продолжала рассказывать сказки, что нет-нет-нет, мы в браке, у нас все хорошо, замечательно. Потом это вранье про Шурика, что Шурика нет. Шурик потом спалился вместе с Лёлькой, как говорится, да. Поэтому кто поверит в Лёльке, Лёльке, в то, что, значит, есть вот этот вот брачный договор, если да, можем поверить, если мы его, так скажем, увидим собственными глазами. Ребят, я не знаю, я уже там, если честно, запуталась в этой ситуации с машинами.
Но в любом случае, Лёлька теперь хочет, значит, этот шаран. Женя бы вроде как требует отдать, подарить ему этот шаран. Не знаю, я что-то вообще сомневаюсь, что Женя бы может у неё что-то на самом деле требовать. Если это принадлежит ему, значит, это принадлежит ему. Лёлька начала вспоминать Волгу, которую она благополучно за 180 тысяч купила, отдала Жене Б. Потом два металлоискателя. Помните, это она все вспоминала, что было, значит, отдано при разводе. Что досталось как раз-таки Жене Б. Все остальное досталось Лёльке и ее детям. Ну и, конечно же, в чате началась истерика у хомяков, которые стали орать, сволочь, даже Нина Ивановна вот эта с клевером, значит, тоже закричала, боже мой, какой же он нахал, как же он так может вообще брать и вот в наглую требовать с Лёлечки, не платя абсолютно никаких алиментов. Вы знаете, ребят, там и с алиментами какая-то история очень тухлая, я бы сказала, и очень темная. Почему я говорю тухлая? Потому что, ну, Лёлька уже кричала вот эти вот громкие слова, высокопарные слова о том, что все, мы его, значит, посадим, этого Женю Б., мы, значит, добьемся того, чтобы его посадили, раз он не хочет платить алименты. Ну, а воз, как говорится, и ныне там. Ничего ни с алиментами не слышно. Периодически, когда ей не о чем говорить, она выходит на стрим и начинает вытаскивать вот эти вот старые темы, дабы, так скажем, заполнить тот вакуум, который находится на ее канале во время стримов. Но ей говорить абсолютно нечем. Поэтому вот эта вот сейчас вся ситуация тоже и с машиной. И опять она начала рассказывать о том, что какой он ужасный, вот этот вот Женя Б., он, говорит, меня бил, да, говорит, он на меня обиделся, она опять рассказывает о том, какой ужасный Женя Б., вот слушайте, казалось бы, да, по ее словам, она проводила Шурика, но Женя Б. опять ужасный, она говорит, он на меня обиделся за то, что я выгнала его из дома, она говорит, а как же тот самый момент, что он меня бил, что он пил, и что он гулял и изменял, слушайте, вот она уже сама, по-моему, забыла, что она говорит постоянно, прям вот, глядя на Лёльку, никогда не поверишь, что он мог вот так вот спокойно сидеть на попе ровно, ничегошеньки не делать, нигде ей ни в чем не помогать, да, и при всем при этом он где-то еще там гулял на ее благополучные деньги, она зарабатывала деньги на Ютубе, и вот так спокойно подставляла морду лица, когда он ее по этой морде лица лупил, а Лёлька прям подставляла вторую щеку. Ребят, ну не похожа она на женщину, которая подставит вторую щеку, когда ее треплет мужик. Вот почему-то у меня такое впечатление. Нет, она, конечно, терпила в каких-то моментах, да, но, опять же, мы же знаем с вами, что она бегала там за этим Женей Б. с вилами или с лопатой, с чем она там бегала за ним по участку. Был такой момент, но когда женщина боится мужчину, когда у нее страх перед этим мужчиной, она так себя вести никогда не будет. Она забьется в угол и будет там благополучно сидеть. В общем, да, что касается, значит, Жени Б., вот все как раз таки вот эти моменты, бил, пил, гулял и так далее. А по поводу Шурика, значит, Лёлька сказала четко, ясно и понятно, что еще хоть кто-нибудь будет спрашивать, значит, на стриме, куда делся Шурик, она говорит, вы все пойдете в бан. Представляете, ребят, вот что самое интересное, да, вы все пойдете в бан. Да, и тут же прибежали ее вот эти вот шавки, хомяки, которые начали кричать о том, что вот как не стыдно лезть в трусы. Ну, во-первых, для того, чтобы лезть в чьи-то трусы, нужно, так скажем, носить этому человеку те самые трусы. Это раз. Во-вторых, вы меня извините, конечно, когда вы показываете все свое исподнее белье, вытаскиваете на всеобщее обозрение, когда Лёлька выкладывает 225 серий за последние 3 недели о том, наверное, он уйдет, он ушел, он оставит меня одну, наверное, я буду без него, наверное, он уйдет. И вот это вот все повторяется 225 раз. То есть ты сама, зная прекрасно, что история с твоим Альфонсом продается на ура, продаешь вот эти вот трусы, а потом ты кричишь, какое право вы имеете у меня что-то спрашивать. В смысле? Ты показывала нам этого чувака практически целый год, поэтому у тебя зрители и спрашивают. А тут у нее спрашивают ее же зрители, да, а на что она говорит, еще кто-нибудь спросит, задаст подобного рода вопрос, и вы пойдете все в бан. Лёлька, так ты тогда добьешься того, что у тебя вообще на канале никого не останется, потому что
мы и так там хейтеры, да, уже у тебя благополучно заблокированы, остались там как раз-таки твои хомяки. Ну, в общем, да, можешь их, как говорится, туда же отправить, а где находимся все мы в Лёлькиной бане. Далее Лёля рассказывает опять про детей, про то, что они ее поддерживают, очень сильно ей помогают. Хочется тогда спросить, какого черта ты стонешь, если твои дети, первая тройка игроков, буквально там бросилась, знаете, сломя своей грудью на эти четыре коровы. Мне, ребят, уже, если честно, становится смешно. Далее, значит, Лёлька рассказывает о том, что... Она говорит, вы знаете, ну, я как-то вот не стремилась забрать Hyundai, поскольку он находился значит, в автосервисе НТО. Находился на НТО, но, говорит, у меня же есть вторая машина, да? Да, говорит, и вообще была причина, по которой я неделю не могла забрать машину из автосервиса, вот этот вот Hyundai, поскольку надо было заплатить за это ТО 24 тысячи рублей. Ребят, ну это реально смешно. То есть, когда ей нужны деньги, она благополучно тут же находит эти деньги, да? Когда вот тут вот стал вопрос забрать из ТО, хотя ты знала уже, когда у тебя подходит определенный, так скажем, километраж, а Лёлька ездит очень много, ни для кого это не секрет, да? То есть Лёлька знала прекрасно заранее, что вот ей примерно через 2-3 недели ехать на это ТО. Знала она об этом? Знала, конечно же. Могла она отложить деньги? Могла не покупать, в конце концов, ту морозильную камеру, которую она пошла и за 27 тысяч рублей, ребят, вспомните, да, благополучно взяла и купила, и сказала, ой, а мне еще мало, а мне еще камеру надо. Ну, в общем, да, тут как бы каждый выбирает, что ему, так скажем, важнее, холодильник или машина, которая, как ты говоришь, твоя же кормилица, и вам просто жизненно необходима. Ну, далее, вот когда она начала рассказывать, что она, значит, не может вписать в страховку своих старших детей, Лёль, ты говори тогда уже так, чтобы люди понимали, потому что кто-то, допустим, не является, да, водителем, не имеет транспортного средства. Вписать можно в страховку своих детей без проблем, абсолютно. Единственное, вопрос будет в другом, да, вопрос будет в том, что поскольку стажа вождения ни у Феди, ни у Женьки нет, то эта страховка, размер этой страховки сразу же увеличится значительно, поскольку они, опять же, не имеют стажа вождения. В общем, Лёлька, как всегда, все у нее виноваты, все у нее плохие, друзья мои. Вспомнила про этот шаран, про который благополучно не вспоминала. Теперь кровь из носа, он ей нужен. Не дай боже, он достанется Жене Б. 22 года она, да, Женя Б ушатывал эту машину. То, что машине 22 года, Лёлька молчок, да. А то, что машину они изначально купили, тоже уже подержанную, конечно же, с рук, тоже молчок. Ну и начала, как всегда, рассказывать о том, как Женя Б, ужасный и великий вот этот вот человек, он, значит, по пьяни ушатывал эту машину. Ну, что хочется сказать. Вот Женя Бо по пьяни ее ушатывал, да. Лёлька на трезвую голову, как я уже сказала. Шурик чем там занимается, вообще непонятно. Такое впечатление, глядя на него, было, что он вообще там не просыхает. Поэтому истории могут у Лёльки повториться. Зря Лёлька все вот это вот сваливает буквально в одну кучу. Ну, и как всегда, начала опять рассказывать о том, что вот они все такие вот. Женя Бо такой ужасный, такой плохой человек. В общем, кто о чем, вроде как пропал с горизонта Шурик, да, и, казалось бы, говори что-нибудь про Шурика, но нет, все разговоры исключительно, конечно же, о Жене Б. Правильно, про Шурика она ничего плохого не скажет, потому что Шурик благополучно находится рядом с ней дома, поэтому о нем, как говорится, рот она держит на замке и никому, друзья мои, не разрешает о нем говорить, конечно же, в плохом ключе. Ну и что еще? В принципе, ничего такого, а был еще такой интересный моментик, когда Лёлька начала рассказывать в конце уже своего стрима по поводу того, что вот, мол, да как, типа, я могу бросить своих детей, да могут приехать какие-то там проверяющие, ну, опека, да, и так далее, и отобрать у меня детей. Мне тут стало так смешно, я сразу же вспомнила, ребят, когда она бросала вообще просто месячную или двухмесячную Вероничку, уезжала с ночевкой, значит, Козлодоевым благополучно, не думая о том, с кем находится
находятся ее дети, да. Когда она ездила с ночевкой в отель на несколько дней вместе со своим вот этим Шуриком, помните, на 2-3 дня. Потом, когда она ездила в Саратов, рассказывая сказки о том, что да нет, детки остались, конечно же, с моей мамой. Все прекрасно знали, что мама находится в Подмосковье вместе с Матроной, и, конечно же, мама никуда не стартанула, просто Лёлька рассказывала такие моменты, дабы, так скажем, ее не притянули за хвост. В общем, у Лёльки все как обычно, виноваты кругом исключительно все, но только не Лёлька, а Лёльке только сказки писать, ну, сказки для таких, знаете, дурачков, которые продолжают ей верить. Ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, всем пока, всем желаю отличного дня, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.